Здесь режут хлеб, то есть вот тут его берут, здесь режут хлеб. Вот сколько хочешь какой-то толстоте. Мы с Юрой уже делали это. Ну, дело. Вот дебильные лилы. Там работаем за 50, то мы... Сушеные яблоки. Динамик закрыла, извиняюсь. Так. Короче, к тому, что нету кириешек. Вот видите, в основном такие орехи, 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 орехи. Все орехи. О! Смотрите, какие тут маленькие арбузики. Тут можно было бы купить. Тетя капусту рвет. О, био. Персики, нектарины. Клубника так себе. Привет, привет, привет. Вот это я не знаю, что никогда не покупал. Это сельдерей, наверное, какой-то. Помаранч. Еще вот все фанаты вот такой вот штуки. Морковка с горошком. Есть такое польское блюдо, кстати. Блин, надо было приготовить. Жарится обычная морковка, кидается консервированный горошек и очень вкусная закуска к мясу. Вот. Что это такое? Не имею представления. Что это такое? Уверен, что у нас есть... Такую зайку взял? Ну. Маленькая, но нет. 550, так самое. А, да? Ну. Хорошо. Что, говоришь, есть? Да, конечно, есть. Я сейчас не помню. Вот капуста какая-то тоже непонятная. В общем, в Лидле тоже какая-то капуста.
оливки, наборчик, это грибочки. Ну-ка, бери, я не очень люблю яблоки. И гранат себе взяла. Бери. Возьму два штуки. Возьми себе сколько хочешь. Биоорганик. Авокадо, смотрите. Даже на нем такое написано. Биоорганик. Бля, выдавили. Это обычная манго. Ой, блядь, авокадо. Такие кустики. О, имбирь. 2,99 стоил 1,99, тоже подорожал. Очень мало зелени, видимо, уже все понараскупили. Вообще, не знаю, что. Вот что это такое? Знаете, я нет. С этой капустой я салат делала. Лучок. Так. Что тут? Пасты. Сейчас еду. Хорошо. Так. Szanowni klienci, prosimy o przestrzeganie zasad, aby przy kasie znajdował się tylko obsługiwany klient. Zgodnie z wyznaczonym przepisem. Rys. Chodźmy, co kasa dyszała, szanowni Melvin. Да, вот такой рис с кучами всякими добавок. Очень, когда его варишь, очень ароматный. Класс. Все, картошку это вывел, да? А что вот это такое, я не знаю. Тоже какой-то... Давай, прикольный, щепки ланч. Тоже вареная, по-моему. Быстрый ланч. Тоже вареная. Ну да. Вареная каша. Классная фишка. Мне подобается она. Вареная каша, да. Так, тут что-то такое, соусы, быстрая лапша, так, там мясо, рыба, не знаю. А что вот это за каша, смотри. Натура это. С чего она, зайка? О, боже. Ячмень. Ячменная каша. И какая-то трава. Боже, ну все-таки для таких прям дикарей, мне похоже. Наоборот. А это со свеклой, с бураком, лук. Тоже для каких-то вегетарианцев, короче. Короче, не для нас. Веганский отдел, пошли. Котлеты. Меня зараз тошнит. Дай-ка, ну подожди, не всем надо посмотреть. Может, кто-то что-то... Вот это грибной каша. Натура. Прикольная. Ну, смачно. Давай возьмем. Тоже вот... Сушеный лук и морковь. А вот такая, нет? Такая мне солями. Побольше нравится. 9,99 она. Ну давай. Вот. Взято? 180 рублей. 170 вот. Такая тут палочка. Тут 400 грамм. 1 килограмм 24 злотых. Угу. Охотнические колбаски. Ну чё? Что, брат, или нет? Ну, бери, Зай, бери. А ты как хочешь? Я хочу. Давай. Картошкой. Зай, ну не в пакет в наш. А куда? Я все в пакет складываю. А, все складываешь? Конечно. Ну, правильно. А чё? Сразу сумку, сразу потом, сразу домой. А я поставлю вузки нормальные, блядь. Ну, а тут деньги плати за вузки. Совсем охерели. Короче, Юра все в сумку кидает. Так, пойдем сейчас по мясному. Значит, такая поджарочка, ребята. Такая поджарочка для яичек, кто хочет. А вот давай тики не замаринована свинюшечка. Бекончик. Смачный, не? Я не люблю все такое нарезанное. Я всегда покупаю. Ну, сало вот типа такого. Неплохое, скажем так. Неплохое. Мы берем.
колбасы очень много разного вида. Я вообще ни на чем различие. С орехами, блядь. С орехами? Да. Вот это колбаса? Кошмар, да. Ой, дай вытаскивай. Добро, что я тебе прочитал. С ожехами волскими. Ой, не, ужасно. Тише, вот как в бедренке вот это, сосиски тоже за 6 злотых. Но, там. Вот с таких колбасок делается суп журек, но только из сырых. Такая колбаса. Блин, по цене вам сейчас... О, это сырые, зай? Не знаю. Мне просто надо для журека, кстати. Нет, это из отробы. А это... С... Да, я поняла. Это с печени. А это что делать? Тоже, это в этом, в кишке, да? Ну, с шинки. Ну, бабушка твоя такие делает. Короче, очень много колбас. Разных фирм. Вот еще такие же опять. Вот такие вот. А вот сыр. На гриле. Вот тоже на гриле. Шинки тоже. Я бы сыром взял бы, кстати. Сосисули. О, это на гриле, кстати, не? Думаешь? Прикольно, да, это на гриле. Для грилевания. Так мы выбрали колбасу или нет? Не знаю, делается, потому что она там, блин, можем сверху взять. Потому что тут он даже написан с ожехами. И та с орехами, да? С орехами. Давай ты эту смотри. А та-то фуэт, я не знаю, блин. Давай ты эту. Солями. Фуэ цей по 6,99. Можем взяти. Ну а вот, солями 14, это 15 злотых, экстра. Да? Але він буде, мені кажется, екстра, ти знаєш, що він буде, бля, помуха, пусти. Зай, вот эту берем. Ну, ти як хочеш, любу. Вот, за 15 злотых. Это где-то 200 рублей палка. Але ти дивись, 440 грам. Да, 440 грам. 440 грам, 15 злотых. Это да. Где-то 200 рублей на русский. Це мякуня, блин. Нормально. Хочешь ее? Да. Камякусенька, блин. Да. Давай, что потом срачка не напала. Фу. А вот это вот, смотрите, типа кириешек, но типа чипсов, только из мяса. Вот, из мяса. А это тоже типа чипсов, только из курицы. Опа, ты тут? Пойдем. Давай-ка. Так, я быстро по сырам пробегусь и все. Нет, тут тоже надо остановиться. Значит так, традиционно чешское и польское блюдо, руль какой, свиная рулька. Кстати, давай стикать селёдочку. Духовку. Если хочешь. Не очень что-то хочу. Короче, вот все в рульке. Зі сливой. Я б зараз захерачив би. Зі слива. Вот такая еще. Такая, короче, очень мяса много, очень много, очень много. Так. Это рыба пошла. О, такая. О, зай, давай такую рыбу возьмем. Давай такую рыбу. Ты сама можешь, типа, ее готовить. Да, давай вот такую рыбу возьмем. Маркелла, мы обожаем ее. Здесь такая рыба. На, кинешь нашу по сумку. Вера все кидает в сумку, потому что тележки хотят деньги, у нас нету мелочи. Кебаб. О, смотрите, для шаурмы. Зай! Для шаурмы, смотри. Для шаурмы кебаб. Для кебаба. Ё-моё, уже готовый. Да. Ты что, может, закрутим шаурму? Не знаю, ну блин, нас только набрали, Зай, на солянку еще дома. Ну, но надо иметь в виду. Она же рыбы набрала. Для кебаба. Солянка же дома. Не зараз хочется. Зараз все будем пооткрываем. Так, вот это что? Наггетсы. Рыба это святое. Без рыбы я жить не могу. Такая селедочка. Такая. В общем, очень большой ассортимент всего-всего-всего. Пироги, это вареники. Вот это очень вкусная тема для ленивых. Такая вот готовая запеченная лазанья.
Цены в злотых, польский злот. То есть в интернете можете перевести так. Пицца внизу, там тоже пицца, пицца для шаурмы. Так, это так, гречка. Так, ты же долго будешь, честно говоря, до собира. Тетя меня выгнала. А что вот это такое, можно узнать? Зеленые оливки. Да. Это помидоры замаринованные. Смотрите, какие там майонезик. Такое. Короче, для ленивых вот вам. Такое. Их мне же погано, честно кажется. Йо, капуста. Я пройду. Так, вот такие. О, тушеные оливки, да. Вот что еще такое блюдо польское, кстати, вот такие вот штучки. Они полу такие, как... Ну, в общем, они чуть-чуть вот такими, короче, едят. Я не знаю даже, как это называется, но, в общем, в таком виде его едят. Такое вот. Свеклы. Из капусты с огурками, не знаю, что это, морковка, то есть кто с таким вот. Так. Такие вот листья салата, а вот тоже смотрите, кто хочет ПП питание, вот Цезарь микс. И тоже. Так, что еще? О, вареники со свеклой. Бог мой, со свеклой, нормально? Это я тоже не знаю, что это такое. Тоже вареники. Типа шаурмы, тоже вареники. Тоже... Типа пельмени, вареники. Это тоже готовые уже блюда. Не знаю, что это. Так, соки. Короче, сыры. Ой, ну сыров очень много, очень много. Даже я не знаю. Быстро пробегу сейчас. Очень много сыров. Кстати, сейчас, наверное, выберем сыр какой-нибудь. Такой сыр, такой сыр. Моцарелла. С плесенью. Еще с плесенью. Козий. Так, тут уже колбаса, колбаса, колбаса. Что-то мы сыр не взяли. У тебя есть салат с сыром, ладно, уже ничего не будем брать, с Юра меня уже прибьет. Тут лажу так долго. Короче, йогурт тут пошли, ладно. Что за, идем на выход. Ок, ок. Йогурты. Готовить из лайки. Ну, возьми, если есть малина и клубника. Сыр мы не, у нас мы никакой не взяли, да? Тут тоже продается лед. Тут тоже продается лед. Смотрите, вот, ребят, лед. Тоже продается лед. Кто-то его, конечно же, покупает. Каша, тоже куча вареников, оказывается, они есть, тоже микс овощной,
Короче, точно, я сделаю из горошка и морковки польское блюдо. И походу это сейчас будет. Сейчас я куплю горошек, подождите. Подождите, сейчас. Гауда вкусный. Ну, гауда самый такой простой. Сыр, но в принципе он... А, вот морепродукты есть. Креветки уже чищенные. От шелухи, от кишки, от всего чищенные. О, есть такие сырые, кстати. А почему, интересно? Белые 30 злотых, что ли? Да, что да. Так, я возьму горошек консервированный. И сделаю реально вот этот вот с горошком польское блюдо. Ой, Юра точно меня сейчас прибьет. Я ему сказала, иди на кассу. Вот, ё-моё. Где горошек? Горошек, ты где? Блин, нету горошка. Вот горошек. Блин, не знаю, нормальный он. Так, и морковки. Беру тут капусту зачем-то, не знаю, что это за капуста. Вареные свекла. Какую взять, может? Блин. Ничего не надо, горошек и морковка. Не знаю, где мне взвесить. Тут что ли? Где тут? Нет, я не знаю, где взвесить морковку. Ладно, пошла на кассу, короче. Ого, там очередь, ого. Хорошо. Я не знаю, как взвесить морковку, зай. Я как же пизда тебе сходила, я не знаю, да я не буду взваживать ее. Может положить к яблокам вместо яблок? Морковку лучше. Ну вот это яблок. Не, я имею в виду просто яблоки так взвесить, а морковку в кулечек. Только я хочу. Да не, ну ладно, я пошла. Тут нельзя выйти, да? Зараз придав прирушитель. Да ладно, ладно, да. Да я знаю, но там весы стоят, но там нельзя пробить их. Блин, ты сказала, что касса номер два, ну, блядь, на стике же мой, я же дома там. Угу. Скажи, не знаем, взвесить, где морковку. Я жду Юру. Взвесили морковку? Да. О. Покажу вам дома. Морковка. Ой, я выключаю. Что сейчас раз это...